каждый охотник задумывался лет 500 назад, что на охоту брать, копье или стрелу, а сейчас охотник думает, какой калибр, 308 или 30.06. Досмотри этот выпуск до конца, и мы приоткроем тайну всех этих калибров, расскажем про них. Калибры на самом деле очень похожи и давно уже в обиходе у охотников, у стрелков. Насколько они различаются, давайте это и обсудим. 308 калибр. В метрической системе 308 винчестер выглядит следующим образом. Это 7,62 на 51, где 51 это непосредственно длина гильзы. Калибр 30.06 7,62 на 63. Длина гильзы намного выше. Какие приоритеты у того или иного калибра? У 308-го большой спектр пуль, от легких, от 110 грейн до максимальных 220 грейн, или 13,6 грамм. У 30.06 попадаются и патроны с пулей массой 240 грейн. Это в районе 14 грамм. В зависимости от объема гильзы у этих двух разных калибров можно разместить в этой гильзе разный объем воспламеняющего или инициирующего средства, да, того самого пороха. Если объем больше, значит больше и давление, значит больше скорость снаряда. Мы сегодня взяли патроны Silent Barrel в 308 калибре. Пуля 11,7 грамма или 180 грейнс. И патрон 30.06 с такой же пулей полностью FMG, 180 грейн и 11,7. На самом деле эти калибры отличаются и по скорости. Если мы берем, например, 308 и 30.06, и здесь по этим даже характеристикам видно, что скорость 30.06 превышает скорость 308 винчестера на 80 метров в секунду. А энергетика превышает на 700 джоулей. Есть еще одна горячая новость. По патронам Silent Bullet покупаешь патроны, и есть возможность выиграть карабин Sabaty Rover 870. Так, про патроны мы сказали, из чего будем стрелять. Для чистоты эксперимента мы взяли абсолютно одинаковые два прекраснейших карабина Browning Bar МК-3. Только один в 30.06 калибре, другой в 308. С длиной ствола 535 мм, масса карабина 3 кг 200 грамм, емкости магазина по 5 патронов. Будем проверять отдачу, насколько у нас все-таки разница между отдачей калибра 30.06, так как у него объем пороха больше, газов давление больше, значит, реактивная способность у ствола у нас больше, соответственно, чем у 308-го. Это и выясним. Суть эксперимента. Жестко фиксируем карабин. Станок имеет массу приблизительно 15 кг. Стоит он не закрепленный на шлифованной поверхностью, по которой он может кататься. Соответственно, все жестко закреплено, кроме станка на самой столешнице. Делаем выстрел, насколько у нас станок отъедет. Сравниваем два результата, приводим в процентном соотношении и получаем разницу. Так, нулевая наша отметка, 25 сантиметров, 7 миллиметров. Первый у нас 308. Закидываем и снимаем с задержки. Взводим шпангшибер. Выстрел. Дернулся. Очень наглядно и очень хорошо видно по этим лапам, так как их выставляли за подлицо вровень с кромкой стола. А сейчас они отъехали. Вот это отдача 308 калибра. Замеряем. У нас получается 25 сантиметров ровно. Это получается, что 7 миллиметров у нас станок отъехал от нулевой точки. 7 миллиметров или 7 условных единиц отдача 308 калибра. Давайте померяем 30.06. Все, заряжаем. 30.06, 180 грейн. Тарам. С задержки снимаем. Карабин почти готов. Взводим шпаншибер. Все, 3, 2, 1. Выстрел. Было 25 сантиметров 7 миллиметров. Сейчас 24,8.
9 миллиметров, да, получилась отдача у карабина 30.06. 308 это 7 условных единиц, 7 миллиметров отъехал. И 30.06 9 условных единиц, разница между ними получается чуть меньше 30%. Давайте проэкспериментируем теперь пробивную способность. Раз она так дерется, насколько лучше она пробивает. Будем измерять пробивную способность наших калибров. Измерять будем опять же в наших условных единицах. А одна единица будет равняться вот такому блоку. Дистанция до выстрела 30 метров. Первый калибр 308. Все, можно пойти посмотреть, сколько блоков у нас развалилось. Так, ну где у нас попадание? А попадание у нас ровно вот в этот блок. Вот здесь кусок отвалился, сразу считаем до сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот его раскидало. Так. Таскиваем этот. А вот и пуля. Вот наша пуля. Значит, считаем блоки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ровно 10 блоков. Это у нас пробил 308 калибр. Ну, теперь калибр 30.06. Пробуем. Интересно, интересно. Так, смотрим блок. Пробития нет. Смотрим еще один блок. Да, все рассыпаются. Так, здесь пули нет. А вот и пуля. Вот она у нас пока потеряла наконечник и высыпала здесь. Но я скажу, что она значительно деформирована, чем пуля калибра 308. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять блоков. Что хочется сказать. Если у нас, например, при 308 калибре блок просто осыпался, здесь на самом деле повылетали куски при выстреле. Что значит? При таких скоростях, которые дает 30.06, намного больше энергии выделяется непосредственно на само препятствие, которое перед ним стоит. Соответственно, энергии отдалось больше, разрушаемость больше, дефрагментация пули больше, останавливающая способность у калибра 30.06, считаю, больше. Но проникающая способность из-за своей малой скорости у калибра 308. Тест номер 3. У нас две дистанции в этом тесте. На 100 метров и на 175 метров. Сначала делаем группу из 3 выстрелов на 100 метров. Целимся в десятку. И потом перемещаемся на отметку 175 метров. Также делаем группу из 3 выстрелов. Целимся в то же место, что и на 100 метров. И смотрим группу и смотрим падение траектории нашего снаряда. Все, первая группа у нас готова. Подпишем ее. Переходим на 175. 308 калибр. Что у нас получилось? Падение траектории мы наблюдаем. Сейчас можно просто-напросто определить центр, среднее попадание. 100 метров, 175 метров, точку прицеливания. Опустилось на 7,5 сантиметров. На 7,5 сантиметров 308 калибр. Сейчас то же самое проделаем, только с калибром 30.06 и по нижней мишени. Тридцать ноль шесть,
100 метров. Так, вот середину попадания отметили. Переходим на дистанцию 175 метров и делаем такую же группу. Целюсь в то же место, что и целился на 100 метров. Среднее попадание у нас получилось вот сюда. Давайте померяем, сколько у нас разница между точками попадания. 45 миллиметров. Разница между попаданиями была у 308 калибра 75 миллиметров. Здесь 4,5, 3 сантиметра. Получается, что настильность у калибра 30.06, ну, лучше где-то также на 30%. .30-06 очень серьезный калибр, и я бы его применял с точки зрения охоты на какие-то дальние дистанции, на самом деле, на опасного зверя. 308 калибр можно применить на среднего зверя, на кабана спокойно, можно также на лося. И также для повседневных, постоянных тренировок на стрельбище этот калибр очень будет комфортный. Какой калибр выбрал бы ты? Пиши в комментариях. Если ты не подписан на канал, обязательно подписывайся и будешь в курсе всех событий. Спасибо большое за уделенное время. Надеюсь, что наше видео было полезно. Всего хорошего, любите свое оружие, и оно вас никогда не подведет.